начинаем мы с хвостика. Для хвостика мы с вами берем небольшую, буду делать фигурочку. Итак, на хвостик мы берем 28 грамм. Итак, смотрите, слепили такую колбаску 7 сантиметров. И по ширине она где-то 2,5, наверное, да. Это у нас хвостик нашей русалочки. Все, вот такая у меня есть улыбка. Можно вместо нее, например, взять вот такой. Можно, например, взять защиту для кисти или коктейльную трубочку. Заменить можно по-любому. И делать. Угу. И делаем вот такие вот. На русалочке делаем вот такие чешуйки. Вот у нас хвостиночка. Мы теперь сделаем ей еще на хвостик. На хвостик плавнички такие маленькие. Сейчас скажу, сколько на каждый плавничок. На каждый плавничок возьмем по 1,3 грамма. А я не знаю, даже по моим это не по моим. Смысл не в этом. Смысл в том, что напали на бедную девчонку. Вот и все. А не в уроках. Было очень неприятно за нее. Два с половиной сантиметра в длину. Будем делать тело нашей русалочки. Но у нас манюнечка такая, это тельце у нее тоже маленькое. Потому что очень часто, вот благодаря таким горе-доброжелателям, бросают люди свое любимое дело. Возможно, у них может было бы хорошее будущее, да, то есть из-за вот таких козлов все это потом было потрачено зря время. Так что никогда не слушайте никого. Высота 3,5 сантиметра. По своему весу это 9 грамм. Вот такое маленькое тельце мы делаем. Вот так сделали тельце. Сразу берем небольшой кусочек зеленой мастики. И мы с вами делаем такой ободочек на ее. Вот здесь. Делаем такой ободочек. Что сильно с ним. Да, я такая же. Мне тоже всегда жалко, обидно. И хочется, чтобы все оставили фигурочку на память. Так, это мы делаем ей такой лифончик. Нашей русалочке. Такую ракушечку. Так, вот еще здесь. Я говорю, самое главное, не обращайте внимания на всех критикантов. Шлите их лесом. Я говорю, не все. Сразу. Теперь делаем ручки. Ручки тоже у нас очень маленькие. Берем всего 2 грамма на каждую ручку. Итак, катаем ручки. Скатали вот такие колбаски. 3 сантиметра у меня. Делаем такой защип. Небольшой. Вот такой. 1 сантиметр. Берем ножнички. Телесный цвет зачата. Телесный, конечно, не белый. Это так кажется. Камера так передает. Вот такую делаем ручку. Вот такие пальчики. Чуть-чуть ее оттягиваем. Получается у нас вот такая вот ручка. Делим ее пополам. Вот сколько она у меня здесь. 2,5 сантиметра. И вот половиночкой еще чуть-чуть оттягиваем. Такая у нас ручка получается маленькая. Делаем небольшой защип. И приклеиваем нашу ручку на тельце. We'll be right back.
Так, для головы нам нужно с вами. Сижу такая, катаю. Восемь грамм. Скатали мы шарик, у нас это 28 грамм. Скатали, чуть-чуть мы его прибиваем, совсем немножечко. То есть мы его прибили для того, чтобы увеличить площадь нашего лица. И делаем такую вот заниженную линию глаз. Такой, типа, даже не знаю как, а-ля анимешку мы с вами сделаем такую. Этот такой, вот я говорю, если будете лепить таких русалочек, очень удобно. Во-первых, личико такое милое будет. То есть это можно как просто девочек лепить, не обязательно русалочек, ножки приклеить ей и все. Вот такой вот личико у нас по размеру, оно у нас 3,5 на 3,5, вот такой кругляшок. Моей улыбкой делаем мы улыбочку ей тут, вот такую милую улыбочку. И глазки мы с вами нарисуем ей. Берем мастику, берем краситель белого цвета. Кисточки, где тут все мои кисточки? Я не знаю, что у нас с оповещениями, видите, происходит, что-то непонятное. То есть, девчули, ну никак, от меня ничего, к сожалению, не зависит. Если бы от меня зависело, я бы что-то сделала. Итак, рисуем глазки. Глазки достаточно далеко расположены друг от друга. Несколько лет уже, года 3 точно. Всегда все свежее, все хорошее. Помним, что блики обязательно у нас параллельны. Не может быть так, чтобы один блик был в одной. То есть все идет у нас параллельно, да? Ну, а смотрите, какая няха уже. Крем просто правда, это дешевле, вот и все, и проще. Поэтому и говорят такие вещи. Так, ушки наши. Наши русалочки делаем. И сейчас будем ей делать волосики. И начинаем такие локоны вырезать. Вырезали. Волосики наши сейчас будем. Привет, привет, Анаит. И делаем вот так вот завитушечки. Вот. Ну, а там смотрите, какая длина волос будет у вашей русалочки.
один цветочек ей в волосы. А, какого цвета волосы? Я не знаю. Розовый. Скатали. Скатали вот такую штучку. Делаем с вами дырочку. И разрезаем наш цветочек. Так вот разрезали. Так, видите? Отрезаем все лишнее. Получаем вот такой цветочек. Вставляем ей в волосы. Такая прелесть прям. Ну, так хочется. Такая прям няха-няха. Получилась. Такая классная. По весу мы всего и 145 граммчиков, но это за счет камушка. Вот. А по высоте мы вообще крохи, смотрите, 11,5 сантиметриков.